Сергей, в одном из интервью ты говорил, что на творчество, на творческие мысли тебя наталкивают какие-то депрессивные события, негативные. Вот возьмем два самых глобальных события. Это ковид и специальная военная операция. Вот в целом на творчество как-то они влияют? Тревожная ситуация времен пандемии на меня повлияла, как это ни странно, достаточно благоприятно. Появились идеи для альбома, и альбом «Иди и смотри» был записан именно в это время. Сегодняшняя ситуация с операцией никак не повлияла, честно. То есть она иногда пытается даже меня обесточить. То есть я не знаю. О войне я очень много рассуждал, очень много. И когда она случилась, то есть я не хочу на себя примерять там лавры пророка, там ни в коем случае, но просто тема войны для меня была одна из самых интересных и важных. И не только в песнях, я очень много писал про это, и посты у меня выходили там в Фейсбуке и ВКонтакте. Вот, и я знал, что будет именно так. И когда это случилось, у меня закончились слова, то есть я не могу ничего сказать, только наблюдать.